Всем привет! Это канал Physics, и мы продолжаем играть в Зен. Привет, Медуза. Она ко мне летит. Или не летит, не знаю. А вот одна стремится ко мне. Да, они реально летят на меня. Смотрите, я отойду, а они снова летят. Нет. Нет, вот это летит. И ты летишь. Нет, они все-таки... Какие-то они странные, короче, Медузы эти. Мы вообще-то продолжаем играть, чтобы набить морду Гарначу. У него нет морды. Гарнач... он без морды. Или как там зовут? Гонарч? Гарнач? Я фиг его знает, как ее зовут. Или его там вообще. Это вроде как бы матка этих хэдкрабов. Она типа их там высирает из своего единственного яйца. Поэтому мы сломаем ей яйцо. Единственное яйцо, которое у него висит. Это что такое? Я вот не понимаю. Крестик какой-то яркий очень. А, шутно. А, это взрывчатка, походу. Надо набить все-таки яичко. Гонарчу или граначу, хреначу, короче. Ай, а почему-то так больно мне стало. Не надо, аккуратно здесь. Ну... О, цветок горит. Офигеть. Окей. Продолжаем. Продолжаем. Так, это можно взять? Можно. Давайте... Оу, оу, тут хэдкрабы. Ай, гори, гори в аду, собака. Да ты что, сгоряй. Что-то как-то долго горит. Оу. Так, тут надо обойти немножечко. Ладно, разобрались с хэдкрабами. Хэдкрабы такие существа непонятные. У них вроде как бы нету, наверное, понятия мальчик-девочка. Они же как бы паразиты. Это животные паразиты. А можно вот это испепелить? Нет? Мне кажется, отсюда сейчас гонарч вылезет. Потому что это как раз те самые штуки, которые гарнач может ломать. А я не могу. Паутинка тут какая-то. Непонятные. Кстати, я не могу через нее проходить. Это какие-то цветки, которые газ какой-то испускают. И когда я вот так вот делаю, они загораются. Так, это у нас что-то типа костра. О, это краб, уйди. Что это? О, это же пушка. На, давай со мной будешь стрелять. Так, в смысле? Где фонарик? У меня фонарик, что ли, не работает? Странно. У меня фонарик не работает, что ли? Ну-ка, лови. Оу. Он прям отскочил от него. Смотрите. Бам. Ты чё твердый такой? На. Очень странно. Так, а где пушка? На. Держи. Вот так берешь и... хватаешь и это... Бактерия, давай. Не. Вот эти штуки врезаются об нее. Ладно, так, куда идти, короче? А, вот, все открылось. Паутинка сломалась. Так, теперь надо еще огонька. Интересно, если факела закончится, как я потом буду открывать? Ой, не факела, вот эти сигнальные штуки. Так, вот сгорает. Во. Ай. Подожди, не тушись, вдруг там дальше надо еще поджечь что-то. Вот поджечь. В смысле? Поджигай. Вон он. Фонарик работает, ура. А до этого он что-то не хотел работать. Странно. Поджигайся. Поджигайся, давай. Странность какая-то. В смысле, должно же гореть, алло. О. Кто же знал-то? Так, что тут? Ракеты? Ладно, не взять. У меня уже их так полно. Ой, промазал. Или попал. Фиг его знает. На, лови.
Оу, куда ты? Лазер, не пропадай, пожалуйста. Так, что-то подорвать надо еще что-то. О, ты куда? Что это было сейчас? Чуваки, ты куда-то прочь улетела. Так, ладно, поджигаем. А, дай вылезти. Так, не так, что ли, обойти? Бабах. Ой. Плазма. Ага. Все, бежим. Давай, берись. Найс. Блин, всего одна штука. А вон там пуляется в меня. Так, бежим, бежим, бежим. А, понятно. Путинка порвалась. Походу там не пройти было. Ладно, бежим сюда. Так уж и быть. Оу. Тихо. Так, это Барнако. Нам туда? Ага. Где Гарнач? Гонарч, Гарнач, Гонарч, хер его знает. О, подзарядка, неплохо. Это то, что нам нужно. А то у нас брони уже совсем мало. Так. Привет. Так, чем бы тебя успокоить? Может, вот этим? Мне кажется, ему пофиг. Сюда, что ли, нам? Так, поджигайся. Мне кажется, бессмысленно стрелять. Так, ага. Проходим. Не стесняемся. А, сюда. Вот здесь тоже. Изучалка стоит. О, зомбяк. Лечилка? Офигеть. Она так установлена прикольно, офигеть. Это да. Мне кажется, нам не вниз, нам дальше. Не, ну лечилку сделали офигенно. Мне даже понравилось. Так, идем дальше. Привет, летающая херня. О, он где-то сзади, мне кажется. О, нет, уйди. Изучай меня правильно. Так, взрывашка. Апашка. О! Ладно. Откуда? Прилетело. Опа, попался. Куда уходишь? Вот так вот. Всех отмудохали. Ням-ням-ням. Куда нам? Да что ж ты будешь делать? Получи пизды окаянный. Привет, летающие амфибии. Куда ты? Инфузория туфелька. Так, ладно, у нас полная зарядка. У нас даже полное здоровье. А, потому что я же аптечкой лечился. Я уже и забыл. Так, куда нам надо-то? Так, а вот, наверное, проход дальше. Или это я назад возвращаюсь? Нет, я этого места не видел. Куда я иду? Вот так у нас летают хэдкрабы. А, подожди, нет, я вернулся как раз назад, да. Мне сюда не надо. Подожди, а может тут что-то сломалось и открылся проход? Да нет. Ай. Тут реально можно заблудиться. Ну, это даже, если честно, хорошо. Уж больше похоже на правду зато. Меня же, конечно, стрелочку не нарисуют. Типа, беги туда. Так, ладно, давайте я убью. Мешаешься? Надо додуматься. Так. А, вот сюда как раз. Тут вот как раз хэдкрабы, которых я не видел. Оу. Походу... Оу! Вот это сейчас было опасно. Так. Ага, взорвать надо. А! Сверху! Он сверху.
Маленький хэдкрабов посылает. Черт. Так, надо это как-то взорвать. Опять музыка пошла. Так, как же взорвать? Тут же провод. Походу, это война. Да уж, что ж ты? Это война, это битва. Я тебя плохо вижу. Оу. Устройство взрыва. Бабах. Погнали. Так. Надо поджечь. А, можно и так поджигать. Ладно. Я не знал, что оружие можно тоже поджигать. Уа! Стой! Куда ты меня подкинул? О, привет. Ты меня не достанешь. Или достанешь? А, нет, он как-то достает немножко. Так, куда теперь? Там какой-то есть проход вроде, нет? Я туда могу попасть? Вообще-то, в принципе, могу. Но что-то мне кажется, что мне не сюда, мне сюда. Воу. Блядь. Взрываешься, херня. Кристалл. Уйди. Так. Идем дальше. Вот так вот. Так. Взрываем. Так. Ой-ой-ой, бежит к нам. Быстрее. Воу, пробирается, пробирается, пробирается. Куда, куда, куда? Сюда? Все, не проникнешь? А, лох. Так, куда нам дальше? Так, ага, вот тут взрывчатка. О-о-о-о. Оу. Так, а как теперь нам... Ай. Я не могу здесь пройти. Не! О, подкинул. Можно я на тебя встану? Нет. Ладно, не надо. Все, я обойдусь. Так. Куда нам тогда? Тут какой-то паркур я вижу. Уйди! Я не приставал к тебе. Я тебе ничего неплохого не делал. Не ври мне, пожалуйста. Ладно, найдем. Мне сюда. Да, мне сюда. Так, теперь мне главное не падать. Не дергай, пожалуйста, тут так уже подлагивает от того, что ты землетрясение тут создаешь. Так. Чё? Бабах. Ага. Получи по яйцу. Ты куда? Ты куда собрался? Че? А, это паркур был для Гарнача. Гарнарча, Гарнача. Так, лечилка. Так, что это? Мне кажется, мне не сюда. Опа. Ай, вода что, дерется? Блин, вода отравленная, походу. А, куда я упал? А, все нормально. Я уже думал, я провалился куда-то в пропасть и типа сейчас умру, но нет, это все по сюжету. Итак, вот мы и приземлились. Гонарщ бегает там. Опачки. Так, что бы мне приготовить? Ого. Музыка. Тут и кристалл еще. Я его пропустил. Не заметил. А, как тебе? Уйди. О, спасибо. Воу-воу-воу-воу-воу. Крабов насылает. Только что родившихся. И
Или маленькие твари. О, а вот уже покрупнее твари. Ой-ой-ой. Лезем, лезем, лезем. Мне кажется, он сейчас... Уйди! Да. Тут, конечно, дольше битва, чем обычная в Half-Life. Так, то эту паутину можно ломать. Давайте тогда открывать проходы секретные. Уйди. Он очень быстрый, пипец. Мелкий, шустрый. Так, куда нам? Надо аккуратно здесь пройти. Окей, ломаем. А, нет, поджечь надо. Все понятно. Ой, тихо, тихо. Проходим. Проходим, не стесняемся, не задерживаем никого. Оу. Воу, 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 музыка. Воу, 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 воу. Тихо, я упал. Я упал в самый нужный, эпичный момент. Я молодец. На, получи. Так, паутинку ломаем. Да, тварь. Ломай. Ломай. А, не ломается, в смысле? На, больно ему. Дай пройти. Тварь подкинула. Не падай, не падай, не падай, пожалуйста. Вот сюда нам, сюда, сюда. А, фух. Нашел, куда идти. Уйди. Воу, воу, как вас тут много. Давай по одному. Опа. Кто еще хочет? Я тебя вижу. Давай, всех, всех размотаю, всех ушатаю. Давай. О, так, может сюда нам? Нет? Стоп, я слышал где-то пшикалку. Вот она. Ой-ой-ой, как все горит, 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 горит. Да фак. Так, ладно, хотя бы аптечку нашел. Ой, кошмар, ой, кошмар. Тихо, не дергайся. Оу. Надо вот эту поджечь, походу. На-да. Ой-ой, я упал. Ой-ой-ой, куда я упал? Так. Как отсюда выбраться? Чё-то я не понимаю. Я упал. Я застрял. Помогите, пожалуйста. Неужели приключение Гордона на этом может закончиться? Да встань ты на кристалл. А как еще отсюда выбраться? Только на кристалл тут встать. Если он вообще встается. Тут шу. Стонь! Блин. О! Есть, я выбрался отсюда. Не, надо было как-то склон сделать, наверное, понормальнее, а то как-то непонятно было. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну спасибо. Заново теперь придется подниматься. Спасибо. Ой, хиткраб. Ушатал. Лечащий бассейн. Не пропускаем. Только сегодня и только сейчас лечащий бассейн. Так, погнали. Надеюсь, мне кислорода хватит. Ой, барнаклы. Водяные. Здрасте. Я так и знал, что они появятся. Но они хотя бы не мешают. Приятно. Что это такое? А-а-а! Блин, там такая же штука была. Она, короче, воду дает мне. А-а-а, вот надо как бы отсюда, оттуда выбраться. Ё-моё. Так, ну-ка. Во. Мне кажется, сейчас тут все утоплю. Ой, а барнаклы-то возвышаются.
Мне, походу, надо вот так постепенно все выше и выше подниматься. Оу, тихо. Блин, прикольно, прикольно. Вот эти штуки воду испускают. Мы поднимаемся выше. Так. Ломаем. Здрасте. Уже выросли, да? Ой, вода поднимается. Ой, привет. Ты где? Так, надо еще как-то водички подбавить. Так, это что, пещера какая-то, нет? О. И что тут у нас? Здрасте. Так, я вернулся обратно, да? И вода стала еще выше. Так. Куда мне теперь дальше? Сюда? Погнали. Так вот постепенно. Вот видите, Half-Life теперь длиннее стал. Это прикольно. Много чего интересного добавили. Ой. Сюда? Давай сюда. А вот, вот эта штука, нет? А, это кристалл всего лишь. Так, куда? Сломать, что ли, надо? Я где-то где-то сушу пшикалку. А, вон там что-то сверху. А, вон пшикалка, нашел. Сейчас, ой, сейчас все упадет, мне кажется. Отойдем. А, не-не-не, не упадет. А, не упадет. Вот. Пока. Это крабы воды не... От воды умирают. Ой, как воды много стало теперь. Так. Я, походу, освободил плавающую рыбку, нет? Блядь, да. Этого я и боялся. Нет, промазал. Уйди. Уйди, пожалуйста. Я попал в нее? Куда она? Так, а у меня куда? Так, ладно, рыбка уплыла, ладно. Все. Она мне уже ничего не сделает. Жива, мертва, мне уже не важно. Все, я лекаюсь. Давайте возьмем. Тут и аптечка. Ну, ладно, аптечка мне уже не нужна. Все, погнали. О, дырочка света. Так, куда я спускаюсь? Воу-воу-воу-воу. Я спрятался в домике. На. А вот как раз так и надо было поступить. О, жижа уходит какая-то. На. Нет, стой, не трогай меня. Воу-воу-воу-воу, тут еще не потушилось ничего. Уходим быстрее. По этому следу. О, музыка из трейлера. Класс. Быстрее. О, куда это попал? Это арена какая-то? О, спасибо. Ну все, тебе пизда. На ракету. Пизда. Беги, Гордон, беги. Ой, Гарнач разозлился. Сколько выпустил сразу снарядов. Ой. Не так быстро. Нет, еще полно снарядов. Мне тут с порталов приходят капсулы. Блин, прикольно под музыку сражаться. Ну как пристает ко мне, а? Ой-ой-ой. Воу-воу-воу-воу. Так, ладно. О, господи.
продолжение. Вздыхай. Ох, как много разбросал он, а? Какой кошмар, это было очень долго и очень захватывающе, особенно под музычку. Блин, это классно, блин, жалко, конечно, Гарнача. К сожалению, он стоял на нашем пути, на пути между мирами. Да, это так. Ну все. Ну все, походу, на этом и заканчивается бета-версия. Похоже, следующая глава уже будет связывать с, получается, как она там называется, интерлопер, нарушитель, незваный. Так что ждем тогда, когда выйдет обновленная бета-версия с новой главой, и там уже будет совсем близко до Нихиланта, да. В общем, пишите ваши комментарии о том, понравилась ли вам бета-версия, понравился ли вам Зен, понравился ли вот этот Гахнач, Гафнач, Фифнач, Гандедач. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Спасибо за просмотр. Заходите в нашу группу ВКонтакте, Дискорд сервер. Ссылки все в описании. Все, всем пока.